Начну с очень такого мягкого, нежного анекдота и женского. Хотя женщины редко бывают действующими лицами в анекдотах, но тем не менее вот такой анекдот. Сидят три жены новых русских и одна их школьная подруга, бедная, задрипанная такая женщина. Три жены говорят: ну мой совсем идиот, ты знаешь, ну ничего не понимает, просила покупать только бриллианты голубой воды. Нет, купил колье черной воды, это браслет желтой воды, ничего не понимает. Другая говорит: это что? Я просила норковых шуб больше не покупать, у меня их 10, в пол уже никто не носит. Третья говорит: а мой купил на Канарах дом, просила, чтобы окна были на восток, когда солнце входит. Нет, сделал в другую сторону. А? Ну что, ну кретиды. Это сидит, слушает внимательно про все, говорит: да, девочки, как всю жизнь в дерьме были, так и остались.